Здравствуйте, дяди, тети. Сегодня у нас воскресенье. Вчера не снимал, потому что нервы сдавали. Но сейчас покажу. Тут уже сделали. Ну, сам бойлер подключили. Также унитаз установили уже все. Даже работает слив. Все как положено. Тут на ванну еще надо будет устанавливать. Еще можно будет там заделать, но вот решили не штукатурить, потому что будут делать мозаику здесь. Ну, мать сама будет делать мозаику, то есть набьется сетка, а потом будет на клей сажаться там уже что-то. Ну, главное, вывели воду уже, вентилятором сушим. Ну, воздух гоняет, оно будет сушиться. Все уже стоит. Сейчас осталось подключить бойлер и поставить автоматы. А нервы сдавали из-за вот этих вот мухт или сгонов. Ну, камеры не будет видно. Здесь есть трещина. То, что нет резьбы, это одно. И вот трещина идет в самом теле. Так оно внутри выглядит. Все побито, пробито. Это одно. Мне не было известно, откуда вода сначала идет. Потом это вот американка недоделанная. Пластик с металлом. И вот в этом месте тоже проходила вода. Так вроде бы все держало вот именно в этом месте. И это возврат. И уже под раковиной сделана мойка, кран. Даже стиралка уже стоит. Даже стирает. И вот тут все так вывели. Это идет средний на улицу, для него кран на зиму перекрывать. Это холодное, но горячее. Так что уже кухня запускается потихоньку. Все это временно, сейчас еще столы расставить. О, тут кто-то есть. Ну, пока все. Тут водопровод так и будет. Тут спрятали трубы у Мерилон, а горячую не прятали. А это, чтобы конденсат не пускало. Знакомая обстановка. Мы уже дома. Приехали поздно. Где-то около 10 часа вечера. Короче, намучились мы с той пайкой, с теми фитингами, с теми американками. Но ничего, мы их победили. Короче, у нас на ремонт будет вот такой вот блок питания. Вот такой вот ящичек. Его показать. Вот его характеристики. И что нам еще? Еще нам надо торцовку посмотреть будет. Ну, пока сейчас ничего смотреть не буду. Тут как раз здесь Сережа появилось новое видео. Аудиосхемы для начинающих, канал вообще классный. Только давно у него видео просто не было в связи с, там, с некоторыми проблемами с камерой. Ну, пока буду монтировать видео за сегодня, воскресенье как раз. Завтра будем что-то снимать. Надо еще косу посмотреть, там принесли. Так что работы хватит, будет что показать вам. Ну, а пока на все, вернее, на сегодня все. Да-да. Потому что мы проехали 130 километров. Ну, это немного, но все равно устали. Так что до следующих видео. Всем пока. Узнает меня, маме особенный привет, и всем друзьям пока.